Вчера на транспортном контрольно-пропускном пункте УИ-134, охраняемой 3-й стрелковой ротой воинской части 55-13, в ходе проведения досмотра автотранспорта, который доставлял товары в магазин на территории учреждения, было обнаружено огромное количество запрещенных предметов. Все подробности чрезвычайного происшествия у нашего репортера Альфия Мингазовой. ЧП произошло в районе 3 часов дня. В 6 коробках из-под лапши быстрого приготовления злоумышленник, а именно водитель, на исправительное учреждение 7 пытался пронести 19 сотовых телефонов различных моделей. Одну батарею на мобильный телефон, 3 зарядных устройства и 9 сим-карт. В Таразе случай такого масштаба еще не было. Дело в том, что вчера должны были завести продукты питания в магазин учреждений, где осужденные за свой счет, то есть за те деньги, которые они заработали, с лицевого счета списываются, они покупают продукты питания, то есть сигареты, чай и так далее. Вот. После поступления информации просто мы дали распоряжение, чтобы провели тщательный досмотр, и в ходе которой уже в продуктах питания были обнаружены данные предметы. Водитель автотранспорта пытался таким образом пронести товар заключенным. Сама коробка была полностью запечатана, 6 пакетов с телефонами лежали внизу. Таким образом, водитель надеялся на непринужденный поверхностный досмотр. Вину он свою признал, по данному факту был составлен акт. Изъятые запрещенные предметы были переданы в режимное отделение учреждения. За такой проступок его ждет административный штраф и увольнение с работы. За бдительность и умелые действия на боевом посту младший сержант Сыздыков, сержант Султанбаев, старший сержант Алдашев, младший сержант Жарылгапов поощрены правом. Вами командира воинской части 55-13. Альфия Мингазова, Адиль Самаликов, 77 News.